Вот это прикол! Эй, всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Станислав, это канал Лайк Позитивный, а это у нас подкаст, часть третья. Ну что ж, подкаст третий. Для чего я хотел сделать? Для того, чтобы вам рассказать, почему у меня не было, где я пропадал, где видео все пропали и тому подобное. Поэтому сегодня у нас подкаст. Потом уже решим, может быть, буду я снимать еще видео. Подкаст я сделаю из обычных картинок, никаких игр я не буду сейчас снимать. Бо объясню чуть позже. А так, поехали. Я запускаю картинки, и мы начинаем. Так, ребят, продолжаем. Ну что ж, картинки я вам включил, буду вам показывать картинки, либо я там подобрал 10-15, я не знаю, я там не считал, поэтому я вам расскажу, почему не было видео. Так получилось, что компьютер, кстати, блин, поломался. Сейчас компьютер я вроде бы как и починил, он должен нормально работать. Если все будет хорошо, все будет работать, тогда, возможно, я продолжу снимать видео. Ну, стоит, конечно, продолжу снимать, потому что я заметил, как я ушел, было, ну, у меня как бы поломался компьютер, на канале было 50 подписчиков. Вот сейчас я как проверил, уже 60, я не знаю, откуда они взялись и с чего вдруг, хотя и видео не было. Ну, я не знаю, может кто-то даже не заметил, что нету видео, почему я нигде не появляюсь. Просто сломался компьютер, там как бы поломалось кое-что. Чинить, конечно, пришлось дорого, но это уже ж мои проблемы, объяснять я, конечно, здесь не буду. Вот почему не было видео. Так бы все я починил, вроде бы компьютер работает. Конечно, уже лето, говорили, что летом будет много видео, конечно, много чего упустил. И Life is Strange, конечно, жизнь странная штука, обязательно будет. Я уже ее скачал, установил, она на русском, локализации нету. Субтитры есть, так что, если вы захотите, мы будем снимать. Ну, это я уже сам решу. Конечно, я для себя буду ее снимать. Обязательно я ее сниму, она будет у меня на канале. Вы ее увидите. Life is Strange, третий эпизод, Теория Хаоса. Конечно, она будет. Не переживайте, она будет. Сразу же после подкаста, через пару дней, я выложу видео. Поэтому я, конечно, много чего упустил и много хотел чего снять еще. Кроме Life is Strange, там идей у меня много, пока говорить не буду, потому что их еще реализовать надо. Да, конечно, я расслабился, как бы много чего забыл, как обозревать ролики, как это все снимать. Хотя бы после того, как починил компьютер, ничего не пропало на нем, как бы ничего не удалилось, все на месте, картинки все на месте, видео тоже. Поэтому некоторые игры, которые я еще одну игру, получается, заброшу. Потому что из-за этой игры как бы сломался и компьютер. Сталкера у нас больше не будет. Поэтому шестую или какая там шестая серия, наверное, не будет, скорее всего. Она будет лежать у меня на компьютере. Когда-нибудь я ее выложу. А так сталкера я, наверное, не буду снимать. Для своего же блага. Ну, не рисковать я не буду. Так, хорошо. Ну, сталкера не будет, ну ничего страшного. Тем более никто ее не смотрит. Он какой-то у меня не очень. Чепуха полнейшая. Поэтому снимать я его не буду. Хорошо. Ну так, сталкера не будет, поэтому ничего страшного, в принципе. Другие игры будем снимать. Life is Strange, наш симулятор хирурга. А вот Strange the Deep я пока не знаю, что с этой игрой делать. Можно сниму. Я пока не знаю, я и удалю ее. Возможно, когда-то еще сниму. Посмотрим. Поэтому все в будущем, все решим. Так, маленькие изменения, ну там пару изменений, может быть я поменяю название канала, конечно же скоро подключусь к партнерке, скоро, до 100 подписчиков я думаю я подключусь. Также изменю название канала, но тоже чуть позже, идеи на изменить канал у меня есть, как он будет называться, пока говорить не буду, но он есть. Хорошо, уже 4 минуты мы сняли, я снимаю все бандикамом, просто с картинок, чтобы много не весит, потому что с Sony Vegas'ом еще буду работать. Так, стримы? Не, еще и скоро не будут. Вообще, пока не знаю, что же с этим делать. Не собираюсь я пока снимать. Для кого их снимать, тоже нет смысла. Потому что людей мало, и зачем это реально проблемно будет. Поэтому стримы нет. Кажется, с кем снимать видео? Ну, чаще всего буду снимать только с Данданычем.
ну, Дан Данс. Данилом, ну, с Данилом. Он меня знает, я его знаю. Он будет рад видеть, что я выложу это видео. Поэтому я только с ним пока снимаю, и, наверное, будет только с ним снимать. Ничего не поменяется. Ну, как-то так, ребятушки. Так, поэтому только с ним снимаю. Так, ладненько, что еще? Игры будущего. Ну, есть, конечно, пока говорить точно не буду. Я не уверен, просто некоторые игры я забросил. Ну, ладно. Хорошо. Ну, пока не было интернет-бубы, как бы, тем более интернетом не пользуюсь, поэтому за этот месяц, как бы, меньше платить придется, наоборот, хорошо. Но, получается, целый месяц я был без компьютера. Пока чинили, блин, реально там долго было, проблемно. Ну, хоть справились, конечно, денег много угробил в это дело. Но это ж моя проблема. Много чего пришлось отказаться. Конечно, жалко, ну ладно уже. Починив, значит, можем, возможно, что я буду снимать. Ну, возможно, ладно. Пока меня не было, много чего произошло, много чего упустил. Также в Киеве много чего такого было интересного. Увидел, прочитал. Много, конечно. Ну ладно, это уже не буду все рассказывать в подкасте, потому что я вам объяснил, почему не было видео. Да, это много, конечно. Много спрашивали тех, кто меня знает в Киеве, почему нету видео, что ты не снимаешь. Я им объяснял, некоторые друзья даже после этого не разговаривали со мной. Просто отказывались, как бы, вообще со мной общаться. Ну, как бы вообще не замечали меня. Я вот 5-10 раз для них прохожу, балаками. Ноль внимания на меня. Ну да, это из-за компьютера, скорее всего, потому что ко мне прибегали, блин, чтобы поиграть, поснимать со мной видео. Вот такие друзья мне, ну ладно. Их не проблемы, ладненько. Что еще хочу сказать? А, вот ваши. Вот я делал пару портретов, я там нарисовал. Скажешь, своих друзей. Я, конечно, может быть, потом вам покажу это. Когда буду монтировать, может быть, поставлю пару портретов ваших. Там как раз пару моих друзей. Это, по-моему, если я помню, это Сергей Батуров. Потом еще мой друг. Помощник, коллега Дан Даныч, если я не ошибаюсь. Да. И еще Мила, по-моему, как ее там. Да, как его господи. Рене СМИ. Канал, где тоже есть хорошая подруга. Мне нравится все это. Ладно, не буду вас задерживать. Я вроде бы все как бы показал, все рассказал, то, что надо. Фух, Майнкрафт постройки. Блин, там есть, конечно, постройки, я не знаю. Я попросил своих друзей. Моих сотрудников, я не знаю, коллег, администратор, чтобы построили постройку, пока меня не было. Я надеюсь, они справились с задачей, построили постройку, и, возможно, в будущем ее снимем. Конечно же, с Дан Данычем. Почему Дан Даныч, если Дан Данс? Господи, Данилы. Господи, Данычем, все. Я все время, блин, ошибаюсь. Ладненько. Постройку я не буду пока говорить, что это. Я надеюсь, они ее построили. Если нет, то я им помогу. Ну, в принципе, все. То, что я хотел сказать. Фу. Надеюсь. А, ну еще кое-что. Хочу, чтобы вы проголосовали группе ВКонтакте. Один интересный такой голосование. Короче, надо будет проголосовать. Хотите ли вы видеть мои видео в интернете? То есть, ну, на YouTube. Хотите, чтобы я его продолжил снимать? Или нет же? Очень вас попрошу, чтобы решили правильно. То есть сказали да, либо нет. Если вы скажете да, я продолжу снимать видео. Вы увидите в скором времени Life is Strange. Я хотел бы это снять игру еще. Третий эпизод, он у меня есть. Поэтому я хочу снять. Поэтому если вы большинство выберете да, выйдет видео на YouTube Life is Strange. Если нет же, не будет никаких видео. Я просто завязываю с этим делом, все. Закрывается эта лавочка и все. Почему я хотел бы, чтобы это сделали? Потому что я считаю себя не очень хорошим летсплейщиком, даже не очень, ну, как бы плохим. Ну, я не очень хорошо снимаю, у меня нету хороших видео. Половину говорят людей, что это реально плохой летсплейщик. Ну, то есть я считаю, что это правда, как бы. Но иногда реально такие фейлы, что удалять реально не надо. Ну, бред полнейший бывает снимаю, это не интересно никому. Людям нравится, по-моему, у меня то, что я снимаю, реально хорошо у меня получается. Это Майнкрафт, Сталкер и
Ну и все, я не знаю, что еще можно назвать в этом. Ну, Сталкер это так, отдельная тема. Майнкрафт больше всего. GTA это тоже, кстати, GTA 5. Не, пока что. Пока 64-битную систему не будет, поэтому не будет этой игры. Если я установлю, я вот хочу установить Windows 64-битную систему, то какие-то игры поиграю, которые идут на эту платформу. Так вот, поэтому, ребята, не забудьте проголосовать. Голосование будет 13 числа, 13 червня, то есть это завтра. Я снимаю видео 12 числа, пятницу. Видео выйдет або в пятницу вечером, как получится, либо утром, в субботу. Поэтому вы проголосуйте, решите честно. Как вы думаете, вот реально. Если вам нравится, ставьте да, нет, так нет. Фух, блин, ну ладно. В принципе, все, что я хотел сказать. Поэтому мы на этом закончим, наверное. Постройки, есть там еще одна постройка, мы построили с Данычем. Да. Пока говорить, что это не будет, увидите в скором времени. Самп, ну что по сампу, там ничего, в принципе, я пока не собираюсь ничего снимать. Мы тем более ограбили казино, мы не хотим появляться на серии, чтобы нас не задержали. Это посадят в тюрьму, вот, как раз фотка эта попалась. Дан Данич этот грабит, как бы, что там, а, у нас, ну да, он не выиграл. Вот видите, грабит казино, короче. Вот на прошлой фотографии тут еще кто-то там стоит, ну да, под прицелом, мы там контрабанда, а я это все снимал. И теперь в интернет это попадет, нас могут задержать на серии. Вот, менты уже уехали. Ладно, это я шутку все говорю, ничего мы там не грабили. Просто со стволами зашли, все нормально, в принципе. Хорошо. На старом сервере, то есть, ну, на моей карте, я не знаю, что там будет делать. Не знаю, я пока ничего строить не собираюсь. Конечно, идей много, но ничего строить не буду. Хорошо. Все, в принципе. Все. Так что, ребята, не забывайте, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, отвечайте на комментарии, оставляйте свои мнения, ждите следующих прохождений, забудьте проголосовать в группе ВКонтакте. А также добавляйтесь в Facebook, и я добавлю ссылочку в описании. Все, ребята, это был подкаст «Почему у меня не было?». Ну, не то, что у меня не было, прям кто-то и заметил. Прямо там 2 недели не было видео, ничего страшного. Тут будет же, так что все. На 100 подписчиков я сделаю подкаст и поменяю название канала, возможно, какие-то изменения будут. И все, видео будет выходить. Ну, не знаю, пока что, если буду проверять компьютер, потому что установили новое оборудование. Пусть, ну, я не хочу слишком рисковать, поэтому не буду слишком много снимать, как всегда. Поэтому, ребятушки, как-то так. Поэтому мы заканчиваем. На этом. Я картину, конечно, больше поставлю, но я не думаю, что я буду коротенький подкаст делать. Поэтому, ребята, мы заканчиваем. Я пошире. Вот так. Хочу побольше просто поставить, может, вам не видно. Так, все, ребята. 13 минут, думаю, достаточно. Поэтому снимать будем вместе. Побольше летсплеев будут совместных. Конечно, будет одинарный. Ой, ну, одиночку. 100% смотри и так далее, хоррор и так тоже будет. Поэтому, если понравилось видео, еще раз говорю, ставьте лайк, подпишись на канал и ждите следующих прохождений. Все, ребята, на этом у меня все. До скорой встречи. Не забудьте проголосовать в группе ВКонтакте. Если вы не посмотрите видео на ютубе, то есть я буду видеть 0 просмотров, я как бы, ну, не будет видео Life is Strange. И я не заметил, что вы голосуете. Если вы не голосуете, то, ну, не будете, как бы, долго придется вам ждать следующего видео. Поэтому голосуйте быстрее. Я сразу же выложу видео и захожу в старую страничку ВКонтакте и оставляю там это голосование в группе ВКонтакте своей же. Не забывайте. Все, ребята, на этом у меня все. До скорой встречи. Всем пока-пока.